Просто наугад попробуем. Потому что тут вариантов... Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в хоррор-игру, которая явно была вдохновлена Silent Hills 5 и Layers of Fear и God's Basement и прочим подобными хоррорами, которая называется Hellseed. И это демо-версия игры. Сама игра еще не вышла, она будет выходить в чептерах. В общем, выглядит интересно. Выглядит так, что можно пообсираться. Сегодня мы с вами будем это делать, кстати говоря, обсираться. Так что подготовьтесь как следует к этому. Ватки побольше себе напихайте, чтобы с достоинством пройти вместе со мной эту демо-игру. Может быть, она будет реально крутой. Так, жизнь полицейского инспектора не самая легкая. Я никогда не смогу начать семью. Начни семью и закончи ее. Например, слишком много опасностей, слишком много работы. Нету места для чувств. Тем не менее, я не дочитал. Но и не важно, это всего лишь демо. Нам не надо знать сюжет. Я не прочитал и нижнюю этот, я не успел, черт. Опа! Проседание FPS. Что может быть страшнее? Найдите электрическую панель. Ну, конечно же, он за Иисусом прячется. Нет. Смотрите, как дверь прям заблокирована. Она прям дает нам понять, что она заблокирована. Смотрите. Ага. Ваза. Она не пустая. Что это такое? Внутри нее ваза поменьше, видимо. Так, как? Назад. А, space назад. Все. Мне нужно что-то, чтобы добраться до верхушки этого кабинета. Чего? Ничего не понимаю. Сюда достать ему нужно или что? А это что? Так, картина какого-то мальчика. Юный пионер. Ах, гордость берет. А это что? Мароро. Обожаю, когда в играх или в фильмах меняют название известных брендов. Это фото номер один. Моя жена, которую я не смог... Это семья, которую я не смог начать. Так, некому звонить. Вот, распятие. Нет, это карточка. Итак, имя Анджело. Дата рождения 5.05.25 года. Распятие можем взять? Не можем. Не включается. Я еще не все ящички открыл. В смысле? А, прости. Вот. Амора Андрея, Амора Филиппа. Я... Чего? Пока немножко непонятно, как управление здесь работает. Тут то назад пробел, то назад Ctrl. Почему? Не знаю. Почему пылинка зависла? Это аномалия. Смотрите, в этой игре можно прятаться. О, нет. Я думал, это будет просто аттракцион с хоррорами, скримерами. А тут нужно будет прям пытаться выжить. Я не хочу этого делать. Мне хватило Outlast'а, я так настремался в свое время. Я пережил то, что вам и не снилось, друзья. Слышите? Кто-то моется. Нет, это муха. Муха моется в душе. Муха, ты там не засиживайся. Она перестала, все, спасибо. Спасибо мухе. Не могу прочитать, это какая-то кислота. Большая часть дверей закрыта. Кроме вот этой. Нужно найти ключ. Почему от остальных дверей мне ключ не нужен? И вот здесь нужно будет ключ найти. Окей. Ладно, пойдемте просто выше. Пока не особо... Ой, случайно... Стоп. Ctrl это... Чего?
А у меня с настройками-то все нормально. А я фиг знает. Во, во. Очень удобно. Тут закрыто. Не судите строго, ребят, это всего лишь демо. Мы можем еще вот сюда пойти. Это очень религиозный дом, и я очень медленно фонариком. Это, кстати, очень страшно, когда ты повернулся, но еще не до конца видишь, что ты видишь. Может быть, ты вообще ничего не видишь. Кто знает. Нет, нет, выходи, выходи, выходи. Хм. И здесь просто так. Подсказочку, пожалуйста. В этом шкафчике я нашел тинбокс. Я не знаю, что это такое. Тинбокс — это оловянная коробка. Давайте-ка изучим, что мы нашли. Металлическая коробка используется для того, чтобы хранить деньги или маленькие объекты. Маленькие объекты, какие? Что мы можем сделать с ней? Вот. Стоп, погодите, открыть. Ключ от кухни. Отлично. Где кухня? В эту сторону, по-моему, кухня была. Бежим скорее. Нет, это не тот ключ. Блин, а где же кухня здесь? Думаете, я знаю? Я первый раз в этом доме. Ой, блин. Испугался. Вот, вот здесь мухи. Это была не ванная, а кухня, оказывается. Так, мусорка. Ух. Кто-то давно не выкидывал мусор. Возможно, я. Возможно, это мой дом. Ууу, блин. Вот здесь по-любому должен быть щиток. Телек не работает. Нету здесь щитка. Ладно, пойдем дальше. В столовую. Он в столовой. Его нет в столовой. Куда все эти дурацкие картины? Кем надо быть, чтобы вешать... Стоп, еще один ключ нужен. Короче, тут понадобится очень много ключей. Эти ящички не выдвигаются. Эта игра будет вся с помощью ключей решаться. Смотрите. Сигареты. Вот эти почему-то можно взять? Почему эти можно взять? Ну-ка посмотрим. Так, а ну откройся. А там еще один ключ, да? Мы взяли какую-то записочку маленькую. Ну-ка. Черт, не в фокусе. А, ну что, близорукость, что ли? Да, походу. Так, Тарина 1980 года. AF8, BC9, BD7, CA8, DA9. О, ладно. Это пригодится для чего-то потом. Их можно зажечь? Нет. Можно пойти сюда и открыть ее с другой стороны. Нет, нельзя. Непонятно теперь, куда дальше идти надо. А, блин, опять шкаф. Не хочу прятаться. Тут нет кого прятаться. Тут все безопасно максимально. Смотрите, не нашел записку. Итак. Хлорпромазин. Торазин. Это, видимо, лекарство. Принадлежит группе препаратов, которые известны как... фенотиазианы, ну, видимо, которые действуют на центральную нервную систему. Они используются, чтобы лечить следующие кондиции. Так, следующая страница. Шизофрения. Ага, короче, всякие различные психологические расстройства. Так, ага, могут быть симптомы передозировки. Ага, потери сознания. Все, ясно. Мы, короче, под наркотиками, скорее всего. Ой, что-то задуло. Сквозит. Что? Что? Я слышу звук. Блин, вот это страшно. Страшно. А! Что она... прям на ухо мне сказала. Кровь на полу, блин. Идем сюда. Я должен повернуться назад. Я должен это сделать. А, я не сыкло, отлично. Оп, нужен ключ. А где найти? Ребят, там откройте, я слышу, что вы там.
Вы шепчетесь. Блин! Они открыли, они послушали. Да ладно. Это ж не так страшно. Подожди, а где вообще... Где она здесь висела, эта люстра? Ее же не было тут. Так, не сын. Это же просто игра. А я просто герой. Я всегда очень храбр в таких играх. Черт, телефон вибрирует. Это страшно. Всякие уведомления присылаются мне там. Хватит. Да хватит. Что это? Чем-то нужно что-то, чтобы достать верхушки. То есть, что мне вечно... Я что, карлик? Ну, вроде бы, довольно-таки обычного роста. Гигантский карлик. Точно. Я стараюсь не думать о том, что сейчас по-любому что-то меня настримает жестко. Вы знаете, когда вы осознаете, что единственный способ закончить все это идти вперед, идите вперед. Не надо стоять на месте и ссать чего-то. Просто идите вперед. Вот он! Но нужен ключ. Черт. Подожди, я могу... Я вижу трещину. Может быть, есть что-то, чем бы я мог его открыть? Внутри... А, вот здесь ключ сломанный. Хорошо, но я вижу трещину. И мне нужен какой-нибудь рычаг, что-то такое. Я понял, надо искать. Неужели на полках? В ведре? Нужна обычная монтировка, да? Что-нибудь в таком духе. Где-то должно быть, где инструменты обычно хранятся. На каком-нибудь рабочем столе. Поставить workbench и скрафтить на ней. Так, нет. Ну, по сути, инструмент. Смотрите. А что это? А это что? Что-то полезное? Так, хорошо. Замок. Код от замка какой-то. Но ничего не могу прочитать. Короче, просто введите трехзначный код. 120, походу. Пога. Э! Мой фонарь. У меня фонарь сдох. Он... Где он? Чё за... Почему это светится? Я что-то сдохну. Чё за прикол? Блин! Стой, смотрим на свет! Присесть! Я не вижу зла! Окей, смотрим на ящички. Зря не взял распятие с собой. Оно бы помогло мне, я бы засунул бы себе в горло, пока не сдох. Я должен что-то сделать? Я должен идти туда? Может быть, надо идти на шум? Шум? Я иду. Почему курсор появляется? Я вообще не вижу, куда я иду. Надо идти на шум. Ой, блин. Я вообще не... Дверь не открывается. Как обидно. Оно... Прям где-то... Ой, что это? А это что? А что это такое? А, я сел на стул. Ладно. Ну это от страха. Так что все нормально. Монстр, ну ты покажись уже, не знаю. Я не привык долго стрематься. Где я? Он обошел меня. Во всем меня обходит. Ага, опять эта коробка с инструментами.
Я теряю страх. Ты ведь не этого хочешь. Я включил! Как? И за что можно? Стоп! Наверх просто подняться и выйти отсюда нафиг. Коробка! Это все в коробке. Открывай. А! Прямо рожу обцарапало. А вдруг у нее бешенство? Отлично, болторез. Так, опять там что-то открылось. Ну, тварь, а? Ну, тварь. Не нравится мне это все. Так, вот этот ящик. Использовать. Как мне его воткнуть? А может быть, все-таки туда? Под лестницу можно залезть? Ну или вот, вот сюда, я имею в виду. Давай, болторез. А, может, тебе надо как-то по-своему применять? А, отлично. Very good. И что я тут забыл? Коробки, коробки, панелька. Мне нужна отвертка, тварь. Что ж, пойдем искать отвертку. Что это? Кто это издает? Да ты делаешь? Перестань, пожалуйста. Это тебе не игрушки. О, смотрите, еще одно. А, и болторез у меня остался. Господи, это все просто, оказывается. Открывай нафиг. Теперь болторез остался. У нас будет таких замков еще куча целая. Так, может быть, здесь будет отвертка? Лестница, все, теперь я смогу поднимать вещи с более высоких полок. Доставать их, точнее. Итак, мы вот так делаем, да? Хоп, все. Взаимодействие совершено. Мы можем посмотреть на эту фотку. Но тут я скучаю ту папа. Я скучаю по тебе, папа. И чё? Это мне чем поможет в целом-то? Могу ли я взять ее? Могу ли я ее... Вообще, что я могу сделать? Вот так вот смотреть. Ми-манчи. Короче, это что-то не на русском. А я это не приемлю. Поэтому все. Нафиг. Зачем мне нужно сюда? Бред какой-то. Какой смысл? Эта фотка того не стоила совсем. Опять в подвал, что ли, идти? Подвал. С детства не люблю подвалы. У меня аж язык заплетается, когда я говорю о подвалах. Вот здесь я смогу доставать до верхних полок. И тут я найду отвертку, по-любому. Что-то вот здесь можно было, да, по-моему? Да. Да. Так, поставили. Открыть. Так, остальное мне явно не нужно. Считаешь ты. Хорошо. Так, забираем. Идем обратно. Аккуратно. Жестко стремаясь всего. Ныкаемся под лестницу. Все. Итак, отвертка. А че? А че я не могу? В смысле? Мне же крестовая нужна. Ты что, издеваетесь, что ли? А что я этой должен открыть? А, ее можно как рычаг использовать. Да, блин. Так, все, зарубили себе на носу, что сразу читаем описание предметов. Потому что тут все тебя просто пытается выдрочить. Нехорошо так игра, нехорошо. Надо ускориться. Я уже долго здесь брожу по этому дому. Зачем мне вообще быть здесь? А, стоп. А, я устал. Тут, да, стамина же есть. Я могу с ума сойти таким образом. Смотрите, сразу в глазах потемнело. Сколько мне лет вообще? 120, что ли? Смотрите, какая дышка жесткая. Это и при том, что я вниз по лестнице шел.
Что будет, когда я попытаюсь подняться? Нет? Как я должен сделать? Так, два, три. Все системы включены. Тварь. Выбивает пробки. Как же ж быть-то? Ладно, есть несколько версий. Просто наугад попробуем. Потому что тут вариантов... Что за... Крыса! Крыса! Отбивайся отверткой! А вдруг им тоже нужна крестовая? Чтобы убить крысу, нужна была крестовая отвертка. Просто зачем на них? А музыка-то какая клевая. Что? А, фух. Я уже боялся, что надо заново все это сделать. Значит, мне нужно будет просто убежать отсюда. Какая комбинация была? Вот это? Нет. По-моему, вот эти две, да? Гоу! Больно, мужик, я знаю! Но это пощипит чуть-чуть. И все будет нормально, беги скорее. Смотри, хищные крысы. Что я должен сделать? Это же бред какой-то. Ладно. Трам. Давайте сразу поищем какой-нибудь более быстрый путь. Например, вот... А, нет. Мне стамины не хватило, чтобы убежать от них. Ладно. Еще раз. Стоп! Конечно, как все домохозяйки из фильмов и мультиков, когда мы просто берем вот так вот, включаем... Музыка остановилась. И ставим лестницу. И встаем на нее. Нет? Черт! План провалился. Беги! Скорей! Я просто в монстра превращаюсь. Я превращаюсь в человека-крысу. Давай! Я смог! Сейчас. Дайте выздороветь. Ай, закрыт здесь, кстати говоря. Кстати говоря, почему-то я закрыт здесь. Фу. А какой следующий пункт? Надо бы чуть-чуть подвыздороветь. Следующий пункт, пожалуйста. Нету задач. Домой. Вот задача. Что у нас осталось из предметов? Кто? Сюда? С какой стороны? Здесь. Так, чего? Это где-то здесь. Вот. Окошко. Ну хватит. Теперь она хочет, чтобы я повернулся и узрел ад. Задачи? Нету. Не обостритесь. Вот задача. Он вышел в коридор. Он будет здесь. Все. Можно мне перестать так стрематься? Я как Том. Какого дьявола? Опять вышибло пробки. Тук-тук. Сейчас постучаться в дверь. Ага. Не плачь. Это мне тут страшно, между прочим. А как фонарь включить? Стоп, прости, призрак. Мне нужно посмотреть меню. Лампа. Поменять лампы на Q. А, у меня нет лампы, я ее просрал. Чё ж, блин, без лампы-то жить. Как? Опять вышибло пробки. Черт! Я вышел в коридор. А, ваза! В которой еще одна ваза, поменьше. Смотрите на картины.
Все, я ухожу, типа. Алло? Тоскани? С кем я болтаю? Здравствуйте, инспектор. Я Анжела из департамента. Все в порядке? Мне кажется, вы немного расстроены. Все нормально, Анжела. Я просто слишком быстро съел. Вы что-нибудь обнаружили? Мы немножко провели исследование в архивах. Вилла была куплена доктором Санецом. Тут должен быть коридор 50 метров в подвале. Там будет бункер времен войны. Короче, нам нужно будет найти документы какие-то. Он хоть там работой занимался. Да, очень странно. Ладно. Отличная работа, Анджела. Но ты говоришь не по-русски, а я не понял. Итак, найдите секретный путь. Он не здесь, он в подвале. Хорошо. Что? Кто сказал? Кто издал? Это я скреплю! А, нет, это так совпало. Где? Здесь. Ладно. Стоп! Здесь всегда так было? А, никого нет. Да, блин, что опять все накрылось. Короче, он хочет, чтобы я в подвал. Ладно, я такой ощущение, как будто в квестовой комнате нахожусь. Относительно небольшая локация. Актер меня пугает. Надеюсь, он бесконтактный. Стоп, а мы здесь ничего не осмотрели как следует. Вот ключик. Отлично. Здесь хрень. Стоп, погодите, здесь была хрень какая-то тоже. Но ее можно только закрыть. Закрыть глаза на эту хрень. Смотрите. Вот оно. Подвал, значит, и там будет. Короче, какой-то должен быть проход. Стоп. Возможно, это как раз-таки нам нужна вот эта плоская отвертка. Или это... Нет, крестовая. Ох, простите, я слишком быстро ел. Все, закройся. Че-то я выключил. Дурак, что ли? Так, нужно... А, что-то, чтобы достать верхушечки. И что, я достал? Тут же нет, нифига. Стоп. Большущая книга. Стэп. Ну-ка, взять записку. Это мой день рождения. Мы празднуем рука об руку. Дорогой папа, дорогая мама, я так рад, что я ваш сын. Почему девочка нарисована? Люблю вас, Камила. Что? Почему? Трансгендер? Точно. Точно. Смотрите, у меня два ключа. Не забыть лестницу. Чем я выключаю? Идем. Да, блин, идем. Все, открыли. А здесь еще записка. DeSantis Angelo. Окей. Подобрал эту записку. Зачем она мне? Подожди, зачем я это все? А, второй. И тут... Ну вообще ни хрена. Стоп. Закрыть. Все. Вот и все. Я потратил эти ключи ни на что. Ничего полезного. Слышите? Что скрипит-то? Оно все время слева скрипит. Почему? Че-то, погодите. Ты смотрел?
Воу! Женщина! Ты чё ж так стрёмно-то? Что это за звуки? А, телек. Ладно. Да что за фигня? Короче, вот она, эта женщина. Не знаю, кто она такая, но мы сейчас не встретимся по-любому. О, блин! Вот это был очень стрёмный прием. Я этого никак не ожидал. Я решил сходить вот сюда. Посмотреть, может быть, здесь что-то есть? Нету. Тварь. Я до сих пор слышу, как где-то скрипит дверь, но... Я не понимаю, куда мне идти. Охренеть, я задолбался по этому дому ходить. Оказывается, вот ваза или что это разбилась, и здесь ключ мне был. Как бы я мог это заметить? Только случайно, как сейчас и произошло. Вот, от этой двери у нас теперь ключ есть. Давай, блин. Тут целая новая секция, да, теперь? Что за грустная музыка? Свет не включается. Опа! А вот отверточка. Давайте сразу пойдем откроем, наверное, да? Да, побежали. Перестань. О, блин. Все. Она просто ходит. Она вообще меня не трогает. Ей только холодильник был нужен. О. Есть. Что тут? Ключ от подвала. Хорошо, давайте пойдем в подвал, как только все исследуем там, в этой области. Нам по-любому здесь что-то нужно будет. Так. Пять ящички. А, они закрыты. Тварь. Опять эти лекарства. Хорошо, ничего нету. Лампа впервые работает. Эти мальчики, женщины. Нафиг она надо мне все это. Опять скрип дверей. Стоп. А, это подвал. Что-то я не понял. А то тогда что? Если... Еще один подвал получается. Вот здесь еще наверх мы не сходили. Фиг тебе. Ладно. Пошли в подвал. Походу все. Что за... А, нифига себе. Это катакомбы уже, не подвал. Вот то было подвалом. Это данжа. И такое ощущение, как будто сейчас в амнезию начну играть. Здесь мы будем прятаться, значит. Походу, вот здесь уже как раз-таки на нас будет нападать по-настоящему, да? А, все, бесконечный винный погреб. Я вижу что-то. Кровь. Твою мать. Вот оно. Неправильно. А какой пароль? Трехзначный код какой-то. Давайте документы посмотрим. Как нам переключиться на документы? Какой-то тут замок, кодовый замок, но не написано, какой именно номер. Посмотрите, может быть, здесь есть взаимосвязь между телефонным списком и кодом? Каким кодом? О чем ты? Короче, я не смог найти никакой подсказки нигде пока что, и поэтому решил просто посмотреть прохождение. 1, 2, 5... 7, 9. Не знаю пока, откуда они взяли эту цифру, но... Вот, это то, что нужно.
Ой, блин. А, стоп. Надо бежать? Она выглядит как из зловещих мертвецов прямо. Хорошо, надо будет куда-то убежать потом. 1, 2, 5, 7, 9. Они просто кат-сцену показали. Да блин! А! Нажал! Надо было что, и жать быстро, или что? А, закрыть дверь в подвал. Короче, мы бежим отсюда. Нафиг. Так, сейчас она нас нападет. Мы такие, и жмем, F. Да что надо делать? Не совсем очевидно, друзья мои, что нужно делать в этой ситуации. В этой уж... Так, хорошо, мы ее лоханули, да? Типа, о, что, все? Забыли? А, нет! Короче, надо успевать жать. А, надо успевать жать. Нужны, блин, кнопочки. Фу, жуть какая. Так. Мы бежим вот туда сразу, хорошо. Фу, блин, я паникую. Она неприятные вещи говорит, очень оскорбляет меня. 1, 2, 5, 7, 9. Не надо торопиться, когда она будет меня хватать. Если схватила, мы таки сначала осознали это. Пытаемся понять, что конкретно она хочет. Да блин, вот я тороплюсь. Короче, нужно будет 4 доски найти. А где мне их искать? 1, 2, 5, 7, 9. Ладно. Сейчас сделаем. Сейчас будет все окей. Вот это самое отстойное. Хорошо. Пробел. Лоханулось. Ха-ха-ха. Все, бежим, бежим, бежим. Прячемся. Заметишь меня. Вот это музыка. Где она? Вон она! Все, не можешь меня найти. Да, блин. Ой. Блин, вот эта тварь стрёмная. Сейчас эта Грэнни напоминает мне. Хорошо, хорошо. Они точно вдохновляли зловещими мертвецами. По-любому. А что, она теперь так и будет туда-сюда ходить? Естественно, вот уйдет в ту сторону. Патрулируй, давай. Stupid bitch. В смысле? В смысле? Задача. Найдите доску номер 1, чтобы забаррикадировать дверь. Найдите доску номер 2, чтобы забаррикадировать дверь. Какую дверь, которая и так забаррикадирована? Уходи! Ну беги! Убеги! Убеги! Спасибо! Все, отойди, отойди, я нажал пробел, это такое правило. Я устал. Устал бегать от этой женщины. Не знаю, что она от меня хочет. Что ты от меня хочешь, женщина? Давай, мужик, ну хватит. Хватит. Она так бесшумно напала на меня сейчас. Где же доски эти взять? Доска номер 1 найдена. Окей. Какая неприметная доска. Блин, все, поимела меня. Окей, доски лежат вот в этих местах. Значит, вот первая. Идем дальше. Мы ее услышим. В целом, главное просто не торопиться и отпинать ее, когда у нас появляется возможность. А! Все, отвали от меня. В целом, понятно, механика сражения с ней. Доска. Доска.
Ты где? Шит! Ладно, давай, пинай. Тут есть доска, нет? Какая-то мразь. Какая-то мразь. Доска. Прячемся. Все, понятно. Не так все просто. Хоп, прячемся. Я вижу там доска. А, нам есть смысл прятаться вообще, прям потому что мы лечимся сразу. Да, все очень просто. Берем доску. Откуда ты взялась здесь? Жесть, 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 жесть. Жесть, 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 жесть. Доска номер два. Прячемся. Лечимся. Ух! Она здесь! О-о-о-о. Фу, я чуть не поторопился. Нажал бы эту дурацкую кнопку, когда не надо. Где она? Кстати, доска еще ж там. Фак! Ладно, она меня все равно догонит, да? Да, все равно догоняет. Вот теперь бы спрятаться желательно. Что там? Опа, кажется, она заблудилась немного. Она ходит кругами. Она нерешительна, не знаю, ты куда? Налево, направо, направо или налево? Где же он? Вот теперь мне придется выйти прям ей в лапы. Ну ничего, давайте возьмем эту доску. Она меня не увидела? Нам осталось-то еще одну найти. Номер три. Пока живы. Пока что живы. А где же еще одна? Как назло, буду дольше всего искать. Твою мать. Это выход. Не лохануться бы. Слышите, мразь? Слышите эту мразь? Вот доска! Прячься! Да. Почему музыка? Нет! Не ту кнопку нажал! Так, я нашел последнюю доску. Все, теперь просто бежим. Фу, фу, дай пройти, дай пройти. О, моя стамина! Закрой! Так, доска! Прикрепить! Прикрепить! Есть! А, так, я в безопасности пока что. Валим отсюда, наверное. Продолжение следует. Спасибо, что играли. Есть! Фух, мы прошли эту демо-игру, но, знаете, были неприятные моменты, но было множество не очень приятных моментов, в том плане, что они просто были неловкие. С крысами и так далее, так это все было отстойно. В любой игре ужасов нельзя давать тебе вот это ощущение, что ты привыкаешь к смерти, что ты можешь что-то сделать, как ты можешь сражаться. Потому что как только ты вот тысячу раз подох, у тебя все, уже тебе не страшен монстр, потому что ты его уже разглядел тысячу раз. Ты уже видел все анимации смерти. Ты уже все знаешь. Это уже все, страх ушел. Начинается просто вот эта рутина. В таких играх надо всегда делать все на грани. Как в Outlast происходило. Как в Пенумбре даже, по-моему, так было. Вот когда так устроена игра, вот тогда начинается стрём. Когда ты максимально хочешь избежать сражения. Когда ты не до конца всегда видишь монстра. Когда ты бежишь и всегда вот в последний момент спасаешься. Вот тогда начинается стрём. Вот так и делайте ужасы, пожалуйста. В следующий раз. Ух, ну в целом было весело. Немного муторно, но весело. Надеюсь, что вам понравилось. И может быть мы с вами поиграем в эту игру, когда она выйдет. Ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете. Советуйте мне другие игры, хотел сказать, фильм ужасов. Игры ужасов. Да и фильмы тоже. Я люблю ужастики хорошие смотреть. Недавно пересмотрел «Реинкарнацию». Снова кайфанул от нее. Жутковатый, очень жутковатый фильм. Всем советую, кто любит такой хороший хоррор без скримеров, чисто на атмосфере.
Вот, все посоветовал, все сказал. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, и всем пять!